Правильно, да? Нет. Нет, да? Потом просто припишешь в титрах, как правильно. Окей. Я тебе скину свою фамилию. Всем привет. Итак, это 11 декабря. На часах у меня показывают 3 часа 55 минут. Я плохо спал эту ночь, практически не спал. Через 2 часа я поеду в Ригу. Надо будет встретиться с одним блогером, взять у него интервью. Надо будет еще встретиться с сестрой. Она у меня там живет, работает. Первое видео, я думаю, снимаю про Ригу. Потому что будет еще второе видео отдельно. Но не чем-то будет отличаться, но будет в плане то, что первое видео это будет такое начальное, а второе видео это будет в плане просто видео город Рига. Да, также хочу еще передать привет всем, кто живет в Риге и меня смотрит. Вот. Рига для меня это чужой город, это не Даугавпилс, там совсем другие люди. Вот. В этом видео много не хочу изначально говорить, потому что через 2 часа поеду, надо собраться, кофе выпить. Я думаю, буду спать в поезде. И да, конечно, что-то буду снимать на вот эту вот спорткам или просто на GoPro камеру. Смотрите дальше. Потом просто припишешь в титрах, как правильно. Я тебе скину свою фамилию. Я нахожусь сейчас в Риге. В Риге, как это место называется? А, я даже не знаю, надо пиццерия. В общем, это пиццерия. Со мной рядом, знакомьтесь, Геннадий Гаудукевич, рижский блогер. А я долгопилский блогер. И можно сказать, наконец-то эта встреча состоялась. Да, ура. Но как это
этот человек уже сказал, меня зовут Гена, я снимаю видеоблоги. Я снимаю блоги на различную тематику, поэтому если вам интересно, вы можете зайти на мой канал и посмотреть, я думаю, вам ссылку оставят. Дополнительная информация будет под этим видео, вот, и будет дополнительное видео на канале у Геннадия. Да. Можешь, в общем, рассказать про свою камеру, ну, вкратце показать ее. Камера, да. Ну, вот у меня как бы такая вот камера. Вот. Моя детище. Это 4К камера, называется Panasonic Lumix. Я купил ее относительно недавно, и в ближайшем будущем планирую снимать на ней свои новые ролики в 4К качестве. Так что, если вам нравится высокое качество картинки, то заходите на мой канал. Также у Геннадия есть дополнительно внешний микрофон, можешь показать моим подписчикам. Да. Вот он. Да, он. Когда примерно выйдет новое видео на твоем канале? Но я недавно приболел просто, и у меня немножко гнусавый голос, гнусавее, чем обычно, и я кашляю, поэтому я хотел бы, чтобы мои зрители, мои подписчики получали только качественный контент, поэтому новое видео выйдет, когда я выздоровлю. Что ты обычно смотришь на ютубе, кроме моего канала? Я смотрю разные видео, мне нравятся англоязычные видео, например. У них все там, знаешь, так чисто прилизано. Мне нравится канал Relax1977, мой любимый канал на ютубе. Так, всего понемножку. А какую ты хочешь видеть девушку? А, в девушку. Будущем? Или у тебя есть эта девушка? Не, у меня нет, конечно, девушки, но я хотел бы видеть, наверное, ну... Такой интересный вопрос, на самом деле. Ну, наверное, девушка, которая понимала бы мое чувство юмора, как минимум. Как ты обо мне узнал? Тебе узнал. По-моему... А, я что-то искал про... Короче, у тебя было видео, где ты танцуешь под фараона. Black Simmons, вот, и нашел пародию. Помните клип, в общем, я делал пародию на Скр-Скр, фараон? Скр-Скр, мертвых найгов. Теперь вы в последнее время смотрели «Фараон» 6 минут назад. Ой, ровно 6 минут назад, ровно 6 минут назад я был тут, я был там. Ровно 6 минут назад я тебя звал с собой. Вот. Кто не знает, в общем, ссылка под этим видео. Кстати, Геннадий, когда ты хотел бы приехать в гости в город Даугавпилс? Ну, какая у тебя была причина, чтобы приехать в этот город? Просто Геннадий мне рассказал, что он ни разу не был в этом городе, ну, среди русскоязычных. Ну, наверное, какая-нибудь фан-встреча или какие-нибудь, если там были бы люди, которых я знаю хорошо, я туда приехал. А какие твои любимые видео на моем канале? А, честно есть говоря... такие вообще? Да, были, но ты их все удалил. А, видите, я все удалил. Да. А, например, тебе нравится то видео... песенка про Юну, в общем. Надо бы встретить. Мне понравилось видео, да? Black Simmons. Вот, а, Black Simmons. Да, ну, в общем, это рэп про хейтеров. А, моя тема. Как тебе зима в Риге? Ну, вообще, как тебе декабрь? А, я думаю, что лучше, чем в прошлом году, потому что в прошлом году не было вообще снега. А в этом новом году такое ощущение, будто, ну, не знаю... Ну, уже все растаяло, конечно, но такое ощущение, будто на Аляске оказались. Ну, реально, зима-то зима. Ты ждешь Новый год, Рождество? Да, мне может на Новый год предложить куда-нибудь сходить, поэтому я по-своему жду. А что ты думаешь про закрытие Ютуба? Ну, есть такая тема, иногда летает. А... Ну, как вирусная тема, знаешь. Ну, я думаю, Ютуб... Про плюсы, минусы. Возможно или это невозможно вообще? Как ты сам думаешь? Ну, твое мнение. Ну, я вижу. Думаю, что если Ютуб закроет, появится другой ресурс. Поэтому я не знаю. Я, знаешь, думаю, что надо просто это, если есть какой-то любимый блогер, просто сохранять его видео и все. А ты кроме Ютуба учишься, работаешь? Есть какие-то увлечения? Ну, я работаю, просто? Да, я работаю, я пишу статьи на заказ в интернете. А что, если вам нужна статья, в общем, мы поняли, куда обращаться. Я знаю, что Геннадий занимается танцами и до сих пор еще не бросил, поэтому... Нет. Тебе, ну, до сих пор нравится ты заниматься танцами или что-то хотел поменять? Ну, там, брейк-дэнсом, например, или хип-хопом заниматься, или тебе нравится? Да, была такая идейка. Видео, что случилось?
Почему ты удалил? Что за история такая? Не удалил, я их оставил, просто не в скрытом доступе, потому что у меня была такая ситуация, что эти видео увидел человек, который как бы не должен был их видеть. И, люди, с которыми я общаюсь, я не хочу, чтобы они... Они, правда, видели эти видео, некоторые из них, поэтому я не хочу, чтобы... Скажу так, коротко, то, что я не хочу, чтобы люди судили обо мне по моим видео. То есть я хочу, чтобы люди, с которыми я лично общаюсь, судили по мне именно из личного общения, а не потому, что я говорю или как я себя веду на камеру. Думаю, кому-то хотел бы передать привет или пожелать. Я хотел бы передать привет всем тем, кто смотрит меня. Может быть, у нас есть какие-то общие зрители, например, с тобой. Я хотел бы просто поинтересоваться, какие видео вам были бы интересны, чтобы я снял, я могу вообще попробовать. Например, у меня в ближайших планах снять обзор одного пива, который считается как бы самым дешевым в Риге. Вальтер. Да, ты спалил тему. Да. Это когда зайдете на его канал, там, в декабре, я думаю, будет видео. В декабре, Я надеюсь на это, что будет. Хотя, может, после Нового года, я не хочу отравиться перед Новым годом просто. А что ты хотел пожелать моим подписчикам? И которые подписываются дальше на мой канал. Наверное, того, чтобы они не отписывались, потому что очень часто бывает, человек подписывается, а он отписывается. Итоги этого видео подведу дома. А я уже с Геннадием потихоньку начинаю. Мы как бы снимем еще видео для его канала. Да. Поэтому что-то хотел бы еще сказать. По поводу... Для этого концовки. Концовки? Да. Не знаю. Короче, подписывайтесь на канал, если вы не подписались. В общем, переходите под этим видео, будет информация вся дополнительная. Да, я знаю, что повторяюсь. И подписывайтесь на его канал. И на мой канал, да, и на твой. Да, и на мой, и на его канал.